Всем привет! С вами Extreme Remake Translate, и после выставки GDC мы наконец-то смогли узнать цену и дату выпуска долгожданной PlayStation VR. Системы, которая принесет виртуальную реальность в мир PS4. Вот наш список из 20 вещей, которые нужно узнать о PlayStation VR. Первое. PlayStation VR поступит в продажу в Англии в октябре 2016 года. Второе. Стоимость PlayStation VR составит 350 фунтов, $399 или €399. Третье. В коробке вы найдете HDMI кабель, USB кабель, провод питания, блок питания, провод для подключения VR, стереонаушники, вычислительный блок и необходимую документацию. Четвертое. PlayStation VR обладает OLED-дисплеем в 5,7 дюйма, который имеет разрешающую способность 1920 на 1080 RGB. RGB значит, что каждый пиксель имеет 3 подпикселя, по одному на каждый основной цвет, что позволяет создать более детальную и плавную картинку. Пятое. PlayStation VR имеет частоту обновления картинки в 120 Гц, обзор в 100 градусов, 3D-аудио и супернизкую задержку в виде 18 миллисекунд. Шестое. Движения игрока отслеживаются встроенными акселерометрами, гироскопами и 9 расположенными снаружи LED-датчиками движения. Седьмое. PlayStation VR нуждается в PlayStation камере, той же, что была доступна с начала продаж PlayStation 4. Она не идет в наборе с PlayStation VR, потому что у многих она уже есть. Восьмое. Каждая PSVR игра поддерживает DualShock 4. Девятое. PlayStation Move контроллер опционален, но пара Move контроллеров улучшит ощущения при использовании VR. С такими играми, как, например, Until Dawn Rush of Blood. PlayStation Move не входит в комплект PlayStation VR и продается отдельно, но ближе к запуску их можно будет купить. Десятое. PlayStation VR идет с демо-диском играбельных и неиграбельных франшиз, выходящих для VR. Одиннадцатое. 230 разработчиков в данный момент работают над играми для PlayStation VR. У нас есть список. 12. В данный момент разрабатывается более 160 игр для PlayStation VR. 13. Примерно 50 игр выйдут до конца 2016 года. Такие как Eagle Flight, Eve Valkyrie, Headmaster, Res Infinite, Wayward Sky и Until Dawn Rush of Blood. 14. Это заслуживает отдельного пункта. Lucasfilm и DICE работают над Star Wars Battlefront. И глядя на эти прекрасные кадры новой части игры, только представьте, каким шикарным дополнением станет PlayStation VR. 15. Playroom VR будет доступен для скачивания бесплатно в день запуска для всех пользователей VR. Пакет включает в себя 6 игр, а именно Monster Escape, Cat and Mouse, Ghost House, Bedroom Robots и Wanted. 16. Социальная функция разделения экрана позволит людям, находящимся в комнате, видеть то, что происходит в игре. Эта функция позволяет дублировать картинку из шлема на экран во время того, как вы играете. 17. Другая функция социального разделения экрана позволяет игроку в шлеме играть с другими игроками, у которых в руках контроллеры. Человек в шлеме будет видеть одну картинку, а другие игроки с контроллерами — другую, на экране телевизора. 18. Помимо игр, PlayStation VR имеет кинорежим, который позволяет использовать виртуальный дисплей для других целей. А именно, для обычных игр PS4, просмотра фильмов, разделения своего игрового опыта с друзьями и просмотра фотографий и видео, снятых с 360-градусным обзором. 19. У кинорежима есть свои режимы, которые включают в себя регулировку размера виртуального экрана. С дистанции 2,5 метра вы увидите экран диагональю 226 дюймов. 20. Вот так будет выглядеть упаковка с PlayStation VR, которую вы увидите на прилавках в октябре. Спасибо за просмотр. Если это видео сосет, то вы знаете, что делать. Но если оно вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал Extreme Remake Translate и на основной канал Extreme Remake Production, ссылки на которые вы найдете в описании.